что, друзья, давайте дальше посмотрим инфраструктурную часть отеля. Имеется в виду именно горки. Какие же есть горки в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды. То есть самое ценное, что есть в отеле. Погнали. Итак, первый комплекс горок. Тут у нас три горки. Называется комплекс Ниагара. Значит, есть огроменная зеленая горка. Вот она, смотрите какая. Это первая горка. Дальше идут две горки, получается, оранжевая и черная. Черная, она закрытая. Это та знаменитая горка, в которой есть вот эти светловые кольца, когда вы спускаетесь с этой горки. Ну, в принципе, наверное, как бы одни из самых интересных горок, хотя именно в этом отеле, то есть все вот эти большие горки, именно в четверке, они все в среднем примерно одинаковые по интересу, потому что есть нюансы по пятерке, но по пятерке я вам, конечно, их расскажу, но немножко дальше. Значит, чтобы покататься на этих горках, друзья, вам нужны такие вот круги. Вы можете съехать вдвоем, а можете съехать один. Так что давайте покатаемся и посмотрим, как оно кататься на этих горках. Значит, давайте так, кататься будем по порядку. Сначала съезжаем с зеленой горки, потом съезжаем с черной горки и потом, друзья, с оранжевой горки. Погнали! Так, с Ниагарой мы разобрались, друзья. Идем дальше по территории к следующему комплексу гор. Смотрите, что еще у нас есть на территории, кроме этих горок. Итак, вот у нас бассейн, друзья. Это необычный бассейн. Это бассейн с морской волной. То есть тут вы, если боитесь моря, если вы хотите покататься на небольшой волне, естественно, вам этот бассейн понравится. Работает он по времени, точное время я вам не скажу, но он работает, так что это радует, потому что не вся инфраструктура работает в отеле. Ну, вернее, она работает, то есть, ну, как-то так. И вот он слева от бассейна с морской волной. У нас площадка, где есть волейбольное поле и футбольное поле, ну, мини-футбольное поле. Тут туристы обычно играют в волейбол и мини-футбол. Так что, кто любит этот вид спорта, с этим отель тоже позаботился. Друзья, и вот мы дошли до следующего комплекса горок. Горок для взрослых, ну, в том числе и детей.
Называется он Атлас. Смотрите, тут у нас есть 10 горок. Неплохой комплекс. Тут туристы катаются на таких вот плоских подстилочках. Значит, я уже катался на них, но а сейчас я вам покажу все эти покатушки в данном видео. Смотрите, кататься будем сначала слева направо, то есть оранжевая, желтая, бирюзовая, то ли голубая, потом оранжевая, ну и потом идет у нас оранжевая, белая и синие горки. Let's go, друзья, кататься! Дальше, друзья, следующий комплекс горок, который сразу находится за комплексом Атлас, называется Кинг-Конг. Тут, естественно, у нас аппликация огроменного Кинг-Конга. В этом комплексе есть у нас 4 горки. Значит, ну вот, голубенькая, бирюзовая, первая, вторая, желто-оранжевая. Следующая горка, что-то наподобие унитаза, в принципе. Ну, такая нормальная, интересная. И дальше вон красная горка. Не помню, как она вообще называется, но мне она нравится. То есть вы летите сверху, вниз. И это довольно интересно. Значит, глубина бассейна у нас 110 сантиметров. Ну и, конечно же, друзья, давайте мы покатаемся на этих горках и посмотрим, как это все выглядит. Погнали!
дальше, друзья, смотрите, возле комплекса горок Кинг-Конг у нас находится Club Mac. Это фудкорт, в котором вы можете перекусить между обедом и ужином. Друзья, и последний комплекс горок для взрослых называется Шрек. Тут у нас есть три горки. Одна, видите, такая вот черная, то ли темно-синяя. Прикольная горка. Вот. Вторая горка у нас унитаз. Ну, так себе сказать. Не могу сказать, что она интересная, но прокатиться, в принципе, стоит. И третья горка зеленого цвета. То есть вы сверху летите вниз и потом постепенно спускаетесь, съезжаете в этот бассейн. Глубина бассейна стандартно 110 сантиметров. Ну и естественно, друзья, нужно покататься и показать, как это все выглядит. Так что, let's go, ушки. Значит, рассказываю вам порядок, как мы будем кататься. Сначала мы съезжаем с самой длинной черной горки, потом съезжаем на этом унитазе, вернее, в унитазе, и потом будем спускаться с зеленой горки. Итак, друзья, это были все горки для взрослых, ну и взрослых детей в Альбатрос Акваблю. И осталось еще у нас одно место, там где есть горки для деток, для маленьких деток. Сейчас вам я его покажу обязательно. Он находится сразу за комплексом горок Шрек. Кстати, тут есть такая аллея с детской площадкой, тоже есть, ну, качельки, детские маленькие горки и аппликации различных персонажей. Друзья, и вот он, последний комплекс горок. Это именно для маленьких деток. Ну, смотрите, в принципе, как бы я не могу сказать, что мы здесь были. Вернее, мы тут не были с семьей, потому что горок сколько, что, ну, я не знаю, как бы просто нереально как-то везде покататься, это тут месяц нужно. Но, по-моему, часть именно этих детских горок, она закрыта, которая слева. А вот справа, я думаю, вашим деткам понравится, хотя мы тут тоже не были. Есть вот три горки, есть аппликация из кораблика, есть вот еще горка в виде осьминога, в виде змеи, в виде слона. В общем, я думаю, вашим деткам это должно понравиться. Глубина бассейна 55 сантиметров. Ну и возле этого бассейна с горками есть бар. Кстати, в комплексе горок Шрек есть магазин, можно сказать, даже аптека, друзья. Работает с 8 часов утра до 11 вечера. И если вы забыли там крем от загара, либо вам нужны какие-то там, ну, такие как бы примитивные медпрепараты, ну, имеется в виду, для, которые могут понадобиться на отдыхе, вот, вы тут можете себе их приобрести. Ну, там какие-то крема, там, может быть, памперсы для детей, вот, там, шампуни и тому подобное, потому что, ну, косметика в отелях всегда примитивная, не каждому она подходит. То есть вы себе тут можете что-то купить.
И также тут продается средство от комаров, то есть пластины для фумигатора. Значит, туристы покупали пластины в этом месте. По стоимости они, ну, упаковка вышла $3. Итак, друзья, это был обзор отеля Альбатрос Акваблю 4 звезды. Именно территории отеля и номерного фонда, инфраструктуры и аквапарка. Друзья, обзор питания, обзор пляжа, обзор трансфера на пляж, обзор номера. Все это будет именно в отдельных видео на моем канале. Все вы это можете посмотреть и увидеть своими глазами. Я уже подошел к выходу из отеля Альбатрос Акваблю, к второму выходу, который находится между отелями Альбатрос Акваблю 4 звезды и Альбатрос Акваблю 5 звезд. Тут есть неактивная дорога, и туристы могут пользоваться инфраструктурой, а именно горками, аквапарком отеля Альбатрос Аквапарк 5 звезд. Друзья, сейчас я уже пойду делать для вас обзор пятерки. Ну, а вы тогда напишите в комментариях под этим видео ваши вопросы, если они у вас есть. Если вы отдыхали в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды, напишите, пожалуйста, ваши отзывы в комментариях под этим видео, я обязательно их почитаю. Ну и не забывайте поддержать мой канал, развитие моего канала. Пожалуйста, подпишитесь, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Желаю всем самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.